День матери отметили в одном из детских садов Алекминска. Самые маленькие воспитанники сада подготовили своим мамам трогательные подарки, сделанные своими руками. Елена Фас побывала на празднике и увидела творчество малышей. Самое теплое и родное слово, которое чаще всего произносит ребенок – «мама». И в нем заключается все – дом, защита, ласка, нежность, счастье. Самые маленькие воспитанники детского сада «Звездочка» в этот день подготовили своим мамочкам подарок. Терпеливо, пока еще чуть неуклюже, но с огромной любовью, они украшали платочки. Пусть это пока треугольники с бумаги, но тепло детских пальчиков превратили его в самый дорогой подарок. Мы учим детей открыто радоваться миру, проявлять открыто свои чувства, не стыдиться и стремиться доставить радость своим близким. Таким образом, мы начинаем детей в детях воспитывать, духовно-нравственное воспитание проявляется. А еще на празднике побывали мамы. Правда, смотрели они на своих малышей с фотографий. Но какое же оживление вызвало это у ребятишек? Что за фотография? Подскажите мне, кто это? Это твоя мама? Ну-ка, бери фотографию. Кристина нашла маму свою. Рома нашел маму. Это Сандара. Держи маму свою. Эти крохи пока еще не могут словами выразить все свои чувства, но очень и очень стараются. Моя мама Люда. Люда зовут. Она какая? Она моя. Она добрая? Да. А что мама, она любит тебя вкусными блюдами угощать? Что мама варит тебе кушать? Суп. Суп любишь? Угу. Ой, мама сама варит? Угу. Ой, молодец. А ты... Я папа и варит. И папа помогает? Вот какая дружная семья у вас. А ты любишь маму свою? Да. А как ты ее любишь? Я люблю мою маму. Сильно любишь. А Кристина как любит маму свою? Вот так вот. Мы хотим поздравить всех-всех мам, живущих на этой планете, с праздником, с Днем Матери. Елена Фас, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.